Три, два, один, старт! Велосипедисты закрывают сезон. В парке Степанова прошли соревнования по велоспорту на кубок выходного дня. Первыми на старт вышли самые маленькие спортсмены от 6 лет и младше. Самому юному участнику велогонки 3,5 года. Самые маленькие традиционно мы стали привлекать с прошлого года. Собирается их очень много, родителям это интересно, дети очень активны. Собирается их более 100 человек традиционно. Сегодня просто с погодой тут прохладный, не так много народу, как мы ожидали, но я думаю, что мы будем развиваться, и детям это нравится, родителям это нравится. Это здорово, что так много людей активно занимается спортом. Хотя соревнования заключительные в этом сезоне, настоящие приверженцы велоспорта не перестают кататься при любой погоде. Напротив, велоспорт с каждым годом становится все популярнее и находит новых приверженцев. Первый раз участвуем. Просто решили от садика, было объявление. Стало интересно попробовать себя на трассе. У меня немножко не получалось. Ты в этом году научился кататься, вот решили поучаствовать. Иван Захаров в своей возрастной категории до 6 лет и младше финишировал первым. Трассу прошел быстро, с легкостью обогнав соперников. Я люблю кататься, но я очень долго катаюсь и каждый день катаюсь. Еще мой брат тоже катается на велосипеде. Мы с ним занимаемся, ездим на детскую, на стадионе катаемся и в поле ездим. Малыши в этих соревнованиях за призовые места не боролись. Каждого финишера ждал сладкий подарок. Среди тех, кто выбрал спорт и здоровый образ жизни, проигравших быть не может. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.